Привет всем подписчикам, друзьям, гостям моего канала. Сегодня у меня незамысловатое блюдо – зеленый борщ. Вы можете видеть ингредиенты, среди них будет секретный ингредиент, который вы видите. Это консервированная куриная грудка. Будет у меня использован шпинат вместо щавля, так как в Канаде тут я не знаю, если честно, где его найти. И будет у меня укроп. Это не маст, но так как он у меня был, я люблю укроп в первых блюдах, мы его будем использовать. Итак, поехали. Подсаливаем воду сначала, закидываем туда картошечку, морковочка, это, кстати, тоже как вариант, не обязательно. Закидываем это все вместе, даем этому всему закипеть. Тем временем я взобью яички, сделаю какие-то подготовки, нарежу там зелень мелко и так дальше. Chicken breast закончился, беру, я очень всегда всем пропагандирую брать, это действительно неплохое куриное мясо, грудка куриная, ее можно в салаты, в супы, в такос, что вы там любите кушать, в роллы, ну абсолютно везде, ну и салаты в основном классные, нужно иметь. Вот, кстати, одно из мест, где я могу использовать куриную грудку, это суп. Также я использую эту грудку в салат. Можно использовать ее в пироги заливные. В общем, вот один из вариантов моего использования вот этой куриной грудки. Использую я не зажарку здесь, а я люблю жареный лук, приправа уже сушеный. Я им буду, так сказать, пользоваться в этом супе. Добавляю я грудку прямо с этой жидкостью, потому что в ней ничего нету, кроме соли. То есть это как даже часть немножко бульона. Так как суп у меня не на бульоне, а на воде, то это будет такая немножко мясная часть, которую я добавила. Вы, конечно, можете варить на бульоне. Когда у меня уже практически так... все почти приготовилось, я добавляю зажарочку свою, которая у меня в виде сухой приправы. Шпинат, конечно, интересно. Вы можете использовать также замороженный шпинат, если у вас есть. В данном случае у меня был свежий, было здесь примерно 400 грамм шпината. Вот, щавля не могу найти. Если кто-то из вас в Канаде знает, где купить щавель, пожалуйста, скажите, буду рада, я люблю купить. Ну вот, шпинат как вариант. Также здесь у меня будет нарезанный укроп, как я уже сказала ранее, потому что, ну, я люблю укроп в супах вообще, так я его не люблю ни в салатах, нигде, вот в супах я его вот обожаю больше всего, и в мясных подливах тоже. Моя мама всегда отваривает яйца и подает их либо в тарелку, либо в кастрюлю, а я взбиваю и выливаю, потому что это, и, скажем так, более бюджетный вариант. Если, скажем, у вас уже яйца почти заканчиваются, а тут вам пришла идея сварить суп, чтобы не наваривать, да, по идее, на каждого члена семьи по одному яйцу, кто будет есть суп, в данном случае зеленый борщ, я просто взбила два тех, которые у меня были выделены на этот суп, и влила. Так оно более-менее, конечно, смотрится по-другому и дает вот эту немножечко какую-то тягучесть супу и густоту. Также я добавляю сметану прямо туда в кастрюлю, плюс добавляю сметану при подаче. Подача у меня, кстати, будет сегодня с домашней мясной булочкой. Суп получается очень нежный, очень вкусный, поэтому, ну, рекомендую очень-очень, особенно вот в такое зимнее время, очень приятный супчик. Ну что ж, с пылу, с жару, со сметаночкой. Приятного всем аппетита. Делитесь вашими рецептами зеленого борща. И до встречи в следующих видео. Пока!
out.